Дни польского кино проходят в Бресте. Фильмы режиссера Кристофа Краузе показывают в малой зале кинотеатра «Беларусь». Кристоф Краузе – один из самых ведомых режиссеров авторского кино, лауреат шматликих премий международных кинофестивалей. У минулом году Кристофа Краузе не стало, але память про его заховывает его работы. У первый день польского кино брестский глядач увидел фильм «Папуша». Он об жизни реального человека – Браніславы Вайс, цыганки и поэтки, якая сдолела выжить у годы Другой сусветной войны и рассказала про пережитую трагедию. Это очень хорошее кино, которого не посмотреть в других кинотеатрах. Я рад за всех, которые решили прийти посмотреть с нами и будут смотреть остальные картины. Это авторское кино высокого уровня. В этом году, как никогда, сотрудничество с нашими польскими друзьями в рамках культуры, оно очень динамично развивается. Дни польского кино протягнутся под 29 листопада. Простаўчане убачать киностужки «Площа выратавальника», «Мой Никифор» и «Доух». Ганна Галёта, Александр Сівіцкі, областные новини, Брест.